столице Молдавии готовится к выборам мэра. Второй тур пройдет в это воскресенье. Кандидаты, в числе которых действующий градоначальник, не скупятся на обещания. А жители Кишинева могут сравнить лозунги с реальностью, которая окружает их в повседневной жизни. Виталий Каченко постарался взглянуть на город глазами избирателя. Вода поднялась, ну, метров на 3-4 над уровнем реки, и тут все затопило. Когда вода сошла, все это понесло, стена рухнула в доме. За считанные минуты семья Шишкановых осталась без крова над головой. Мебель и личные вещи утонули. Вышедшая из берегов река, которую местные коммунальщики не чистили несколько лет, смыла целую улицу. Рухнула стена, несущая балки, вот перекрытие. И поднялись полы все в доме. Район Дурлешты в молдавской столице затапливает из года в год после каждого ливня. Но городские чиновники своей вины не признают и компенсировать убытки отказываются. Я не знаю, на кого надеяться. Надеюсь только на самого себя, только чтобы было здоровье. Кишиневский мэр Дарин Киртаак из рекламных щитов призывает горожан выбирать европейское будущее. В разгар избирательной кампании бывший ведущий одного из румынских телеканалов за рулем асфальтоукладчика инспектирует ход ремонтных работ. А затем преподносит избирателям главный сюрприз – партию новых троллейбусов, купленных в Минске. У Кишинева есть возможность запустить один из важнейших проектов последних 20 лет. Вывод на линии 100 новых троллейбусов, которые впервые соответствуют европейским стандартам движения. Через неделю подарки Киртаака для кишиневцев превратились в большие проблемы. На отремонтированных дорогах вновь появились громадные выбоины. Путепроводы залило канализационными стоками. Это не дороги, это минное какое-то поле. Тут едешь и не знаешь, где машина просто рассыпется. Мэр Кишинева любит чистоту, поэтому, когда прекращаются дожди, городские улицы подметают вот таким оригинальным способом. Троллейбусный парк не выдержал такой эксплуатации, а жители Кишинева неожиданно для себя узнали, что за сюрпризы мэра расплачиваться теперь придется им. В первой половине этого года закупили троллейбусы, белорусские троллейбусы, но через посредника, через румынскую фирму. Очень странно, почему на счетах этой посреднической фирмы осталось около 2,5 миллиона евро. И это деньги Европейского Союза, и это кредит, который горожане должны будут вернуть. Бывший президент Молдавии Владимир Воронин и почти миллион кишиневцев знают Киртаака как шоумена, который не только очень любит футбол, но и не прочь прокатиться на военной технике. А на своем рабочем месте появляется не раньше обеда. Фотографии в интернете, где Дарин Киртаак отмечает свое 30-летие прямо в своем мэрском кабинете, удивили многих. Он работал на одной из румынских радиостанций, которая называется «Сюрприз». И вот он для нас эти 4 года был таким сюрпризом. Но к чему может привести руководство со стороны человека, который ни в чем не разбирается? За 4 года мэр Киртаака так и не реализовал свои широко разрекламированные программы по строительству социального жилья и помощи ветеранам и пенсионерам. Наоборот, выплаты сократились на треть. Ветеран Великой Отечественной войны Раиса Григорьевна Бахиркина жалуется, что теперь квартплата превышает ее пенсию в 2 раза. Власти нас забыли. Нам не хватает ни на лекарства денег, ни коммунальные услуги уплатить. За памятниками погибшим Великую Отечественную здесь не ухаживают. А ветеранов, освободивших город от фашистов, молдавский градоначальник с паспортом Румынии с недавних пор называет оккупантами. Очень даже обидно, товарищи, что освобождали Молдавию, так оказались они оккупантами. Нынешний мэр в разы увеличил тарифы на коммунальные услуги. Причем их качество, как говорят жители Кишинева, даже ухудшилось. Средняя зарплата по стране не превышает и 300 долларов. Работникам бюджетной сферы и вовсе приходится рассчитывать разве что на помощь родных, выехавших на заработки за рубеж. Муж потерял работу. Я работаю в школе учителем. Прокормить 2 детей и 2 взрослых людей практически невозможно. Но остается надеяться только на помощь либо родственников, которые находятся за границей у кого-то, допустим, либо выезжать самим. Политологи отмечают, что действия нынешних властей привели к росту протестных настроений. На местных выборах, прошедших в республике, большинство получили коммунисты. Альянс за европейскую интеграцию, выдвиженцем которого является нынешний мэр молдавской столицы, судя по социологическим опросам, утратил поддержку жителей страны. Кишинев стал красным, чего никогда не было. За счет чего? За счет протестов. Людям просто надоело вот это так называемое демократическое, в кавычках, правление. На площади Великого национального собрания в центре Кишинева ведутся последние приготовления к концерту в поддержку действующего градоначальника. Сотрудники мэрии в предвыборных хлопотах вместо решения городских проблем раздают на улицах агитационные листовки. Тем временем жители пострадавших районов вынуждены своими силами ликвидировать последствия наводнения. Если не расчистить эти стоки сейчас, вода вновь может оказаться в их домах. Виталий Каченко, Евгений Кривоносов и Александр Сахневич. Первый канал. Кишинев, Молдавия.